До 600 тысяч пар обуви в год. Именно такие объемы производства планирует освоить новая обувная фабрика, которая открылась в Махачкале. В штате предприятия будут трудоустроены порядка 100 человек. Объем инвестиций в строительство новой фабрики составил 200 миллионов рублей. Но это еще не все. В планах республиканского Кабмина до конца года открыть еще 3 подобных предприятия. 2020 год был годом легкой промышленности. Именно в 2020 году мы заложили строительство новых производств в сфере легкой промышленности. Открытие этой фабрики станет ярким примером того, что республика уже выходит на новый уровень, именно производя конкурентоспособную продукцию. И мы всячески будем поддерживать наших республиканских производителей, выводя их на отечественные рынки, рынки ближнего зарубежья. По экспертным оценкам, в Дагестане более 600 предпринимателей, производящих обувную продукцию. Однако на налоговом учете состоит меньше половины. Открытие таких предприятий, по мнению чиновников, еще один шаг по выводу бизнеса из тени. У нас еще присутствуют производители в этой сфере, которые находятся в тени. Правительство республики готово сегодня помогать, легализовывать эти производства, вводя их в правовое поле, оказывать финансовую поддержку, реализуя государственные программы.